Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в Ярославль на местный стадион «Шинник», где буквально через 8 минут начнется матч третьего тура МЛБ первой лиги, в котором местный футбольный клуб «Шинник» примет своих соперников из Тюмени, футбольный клуб «Тюмень». Две команды, которые этот сезон начали, можно смело об этом сказать, в общем-то, не очень здорово, начали с двух поражений. И две команды, которым сегодня кровь из носу, нужно набирать по ходу этого сезона первые очки. Ну что, Максим Перезов в центральном круге, он уже готов начинать. Готовы ли вы, дамы и господа, устраивайтесь поудобнее. Стартовый свисток арбитра из Московской области. И мы начинаем. Тюменцы вводят мяч в игру. Они сегодня в традиционных для себя бело-черных формах, ну и в черно-синих, по традиции, тоже для себя цветах, футболисты ярославского «Шинника». Не самый опасный заброс, скорее будет интереснее второй темп. Самойлов на левой бровке мяч получает, подача высоченная, мяч доходит до партнеров, скидка в центр, удар. И первый, пожалуй, очень опасный момент. Здесь свою команду спасает Давид Шавлохов. Мяч именно в него прилетает. Очень хороший удар наносил Артур Черный. Именно вот так, друзья, нужно произносить фамилию этого футболиста. Ну, футболист молодой. Футболист готов играть, поэтому, да, ему тут особо сильно долго полежать не дают. Заброс на Самойлова, неплохая скидка здесь Александр Бем, не очень удачно играет. Вот теперь, прошу прощения, был Самойлов, а заброс был на Павла Шакура. И очень хороший удар, первый в этом матче. Более-менее хоть сколько-нибудь острый момент исполнения обеих команд. Тем самым привлекал к себе немало внимания. Султонов дальше мяч отправляет. Павел Шакура бежит, режет в центр. Отлично! И здесь только ногу подставить оставалось футболистам «Шинника». Здесь только одного касания не хватило подопечным Дмитрия Черышева для того, чтобы эту атаку завершить голом. Потому что уже и Савин был отыгран, и защитников, в общем-то, там не наблюдалось. Еще один заброс вперед, еще одна попытка атаки от «Шинника». Жамалединов здорово принял, развернулся. Султонова передача. Султонов! Мухаммад Султонов. Второй, пожалуй, очень опасный момент в этом матче. И оба пока у ворот Андрея Савина. Ну, тенденция как будто бы определенная вырисовывается к тому, что будет «Шинник» давить, подавать с угла. Еще один угловой, четвертый в этом матче. Султонов на дальний мяч отправляет. Тот пределы штрафной покидает. Сухомлинов возвращает его обратно. И удар! Это опять опасно. Ну, у нас осталось минутки две до завершения первого треска матча. Насколько уже знаю, добавят одну минуту и класс! Ух ты! Да, это у нас был. Данила Сухомлинов, по-моему. Артур смотрится очень даже здорово. Оливье отлично между ног соперника прокинул. И вот первый в этом матче момент от Тюмени. Очень острый. Хорошая атака. Игорь Менщиков здесь пока, конечно, своим не аплодирует. Правил не нарушал. Купцов придерживает мяч. Здорово оставляет его на Дениса Ткачука. Подача Оливье! Метров! 1-0. Это гол Оливье Кенфака, но это гол имени Тимофея Метрова. Это, конечно, для вратаря, для молодого вратаря катастрофа. А Тюмень забивает первый гол в этом сезоне. Оливье Кенфак. Вот так вот, друзья, 1-0. Очень неожиданно Тюмень выходит вперед, нанося по большому счету второй удар по воротам «Шинника» в этом матче. Нет, она не из Беларуси. Позже про это. Заброс Савин здесь надежно очень действует. До Савина мяч даже не дошел. Они сами отбили его. Сами защитники. И Тюмень уже просто на вынос. А тут еще и Каратаев может зацепиться. А тут еще и опять ошибается Метров. Александр Каратаев. 2-0. Это победа Тюмени. И это, я думаю, для Тимофея Метрова крайний матч на ближайшее время. Я думаю, что Денис Вамбольд в старте на игре с Сочи. Как бы не было жалко Тимофея Метрова, он вратарь-то классный, вратарь хороший, но при всей моей симпатии как к «Шиннику», так и к Тюмени, но мне очень хочется... Звучит финальный свисток, 2-0. 2-0, Тюмень одерживает выездную победу. Первые 3 очка для команды Игоря Меньшикова в этом сезоне. Первая победа, и победа очень важная, и хочется сегодня поругать «Шинник» за второй тайм. После такого первого...